Пенсии в наступившем году будут проиндексированы в несколько этапов. С 1 февраля размер трудовой пенсии увеличат на 6,5%. Следующее повышение стоит ожидать уже в апреле. Правда, меньше – на 1,6%. Кроме того, увеличат социальные пенсии. Добавим, что с 2014 года на 5% проиндексировано пособие на погребение. Вырос размер материнского капитала. Сейчас он составляет 429 тысяч рублей. С 1 августа увеличат пенсии работающим пенсионерам. После февральской индексации размер пособия в среднем по Ивановской области увеличится на 600 рублей. Если говорить о увеличении трудовых пенсий по старости, то размер увеличится на 655 рублей. Если говорить об увеличении пенсии трудовых по инвалидности, это порядка 400 рублей увеличение составит. Пенсии по случаю потери кормильца где-то 420 рублей увеличение составит. Вот, если говорить о пенсиях инвалидов вследствие военной травмы, у них порядка 885 рублей прибавка будет с 1 февраля. У пенсии участников Великой Отечественной войны 993 рубля.